где мне сегодня ночевать? Может, у МДжей? МДжей! Отличный вариант. Но сначала мы с вами сфоткаем. Так, и как мне напроситься к МДжей на ночевку? Как-нибудь. Что если... Привет, МДжей, это Питер. Могу я у тебя Нет, надо проще. Ну, думай, думай. МДжей, я тут как раз гулял поблизости. Фальшиво. Поблизости. МДжей, раз уж мы снова общаемся, я тут подумал... Так, нет, я не настолько жалок. И чего я так заморачиваюсь? Мы просто друзья, да? Друзья часто заваливаются друг к другу на ночлег. Это совсем не странно. Посплю на диване. На диване, МДжей. О чем я думаю? Ну, какие еще варианты? Давай, давай, предлагай. Варианты. Блин, на самом деле, хотелось бы, конечно, там тот захватить. Ну ладно, у нас с вами город огромный. Я думаю, что мы с вами еще сможем. Будет такая возможность. А здесь прям что-то, ребят, как-то совсем все туго с этими башнями. Сейчас я вот сюда еще слетаю. Где там? Крутое офигенно. Но мне всегда казалось, что с этим местом что-то не так. Так, ну все, между прочим, мы с вами прилетели. Давай сюда. Сюда, 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 наверх. Наверх, я сказал. Уведомление. Похоже, статью МДжей напечатали. Переночую где-нибудь еще. Она наверняка занята на работе. Был бы Гарри в городе, завалился бы к нему. Мы с вами, на самом деле, по сути, ничего не делали, но нам дали очки. Мне оставили голосовое сообщение, но номер скрыт. Привет, паук. Давно не виделись. Соскучился? Приходи по адресу. Поймай, если сможешь. О, я узнал этот голос. А это кто? Ладно. Сейчас узнаем. Только посмотри. Привет, паук. Все чаще вспоминаю о тебе. Нам было хорошо вместе, правда? Может, вновь разжечь эту страсть? Черная кошка. Неужели она вышла на поиски добычи? Она же обещала начать новую жизнь. Что ей тут приглянулось? Что вызывает подозрение? Вот. Один из ее котов. Она встраивает в них усилители сигнала для перехвата радиочастот. Пусть Юрий заберет его. Фелиция слишком умна, чтобы так рисковать собой. Должна быть какая-то причина. Стоит быть начеку. Так, а мы с вами посмотрим другие костюмы. Гонка вооружений. Здесь у нас, ну, специальная такая способность. Усиленный электромагнитный импульс, оглушающий врагов и выводящий их оружие из строя. Пули, непробиваемость. Прикольно. Негативная волна. А встревоженные враги лишаются возможности звать подмогу. Прикольно. Ну ладно, пока с этим будем костюмом. Так, далее. Замедление времени перед смертельным ударом, дающее вам шанс уклониться от него, доступно только один раз за бой. Здесь, находясь в воздухе, можно поднимать противников вверх и делать их уязвимыми. Вот это хорошо. О, точно, точно, точно. Наверное, давайте это тоже прокачаем. И пока это все. Привет, Юрий. А костюм и снаряжение черной кошки все еще под замком, да? Наверное. А что, она вернулась?
Похоже. Просто проверь и дай мне знать, на месте ли ее барахло. Хорошо. Да где ты? А, вот. Ты что-то поздно, Мэй. Как дела? У нас же сегодня запланирован ужин. А, точно. Прости, я забыл. День был сложный. Нам закрыли финансирование. О, Питер, мне так жаль. А еще меня как бы выселили из квартиры. Что? А тебе есть где ночевать? Вообще-то нет. Совсем. Скажи, а у вас в приюте случайно мест нет? Конечно. Можешь занять диван у меня в кабинете. Спасибо, Мэй. Перепонки из паутины. Думал, что смогу парить на них, но они так и не заработали. Осмотрелись круто. Так, а может быть, мы с вами сможем быстренько переместиться? Да, быстрый переход возможен. Только посмотри, половина полицейских вышек снова работает. Когда за дело берется Коп-паук, за любое дело, он всегда достигает постав... Нет, нет и нет. Нет. Шеф не подавала вида, но Коп-паук уже начинал ей нравиться. Его пренебрежение правилами было как глоток свежего воздуха. Она это признает, рано или поздно. Коп-паук. Мне нравится, как он это все рассказывает. Ужас, я не спал с самого задержания Фиска. Пора бы мне начать о себе заботиться. Так, диванчик у нас наверху. Блин, только сейчас увидел то, что здесь тоже есть лестница. Ну ладно, откуда это ты норм. Такой час? Надеюсь, у Мэй удобный диван. Кто это? Ну и дурачком я был. Что ж, всем нам есть чего стесняться. Да, мне нравились лошади, но разве только мне? Зря Мэй держит это на виду. Мне неловко. И слоники нравились. Дядя Бен. Пожалуй, это все. Поэтому можем с вами спокойно прилечь отдохнуть. Я не могу их взять. Можешь и возьмешь. Я все отдам. Скоро. Учись просить о помощи. О, ты так похож на Бена. Спрячь эту паркеровскую гордость и признай, что ты тоже человек. Как и все мы. Мартин. Простите, что помешал. Просто хотел сказать, мне нужно уехать из города. Ты за главную. Ну, мне же не впервой. Долго тебя не будет? Я пока не знаю. Все в порядке? Одно личное дело, которое я давно задумал. Но позаботьтесь об этом месте. Оно представляет мою светлую сторону. Что ж, пожалуй, займусь делом. Надеюсь, мистер Ли здоров. Алло? Привет. Видел статью? Ага. Робби, наверное, в полном восторге. Да, они все говорят. И прикинь, мэр Осборн только что объявил, что сегодня днем вручит офицеру Дэвису награду. Ого. Постой. После этого пройдет митинг Осборн... А, мне все понятно.
Ага, нам тоже. Но все равно я рада за офицера Дэвиса и его семью. Я буду там как репортер. Составишь компанию? Да, конечно. Увидимся. Так, ну что, добрый день, Нью-Йорк. Мы с вами, точнее, Коп-паук выходит на охоту. Так унизительно брать деньги мои. Надо бы отправиться в город и попытаться заплатить вперед. Итак, куда нам там? Где мы с вами должны будем встретиться? Так, я предлагаю тогда пособирать рюкзаки. Спокойно. Ну, давай, цепляйся. Я поймал улетевший шарик этого мальчишки, а он сделал мне это. Такие вещи помогают мне не останавливаться. О, подожди, где? А вот здесь. Так, что у нас там есть? Бомбы. Давай-ка. Нужно уважать Чпоньк. Местный малый прикольно. Бизнес, а не грабить его. Нормально. Куда ты там собрался? Полетел отсюда нафиг. Еще сообщение от Дока. Видно, боюсь гладить, но направление, в котором я работаю, может не только вернуть наш проект на рельсы, но и расширить его до степени, о которой мы не мечтали. Не все так плохо, как кажется, даже когда Норман лишает нас денег. Надеюсь, все получится. Работа Дока слишком важна. Это был коп. Паук. Копы едут. Отношения у нас не самые плохие, но зачем рисковать? Внимание! Террористы в масках открыли огонь. Всем... Эй, Джефф! Поздравляю с сегодняшней церемонией! Скорее бы это закончилось. Выступать на публике страшнее, чем грузовик полный демонов. Но я звоню не поэтому. А почему? Я узнал, что демоны планируют заявиться на стройку Фиска в центре города. Жена убьет меня, если я сорву церемонию, чтобы погоняться за бандитами, но... Может, дружелюбный сосед-напарник поможет мне? Понял. Я проверю и дам знать, что найду. И еще. Совет насчет публичных выступлений. Представь, что они все в одних трусах. Ну, кроме Осборна. А, лучше забудь. Блин, ребят, получается, опять нам нужно лететь на стройку. Опять, скорее всего, там у нас будет куча проблем. Всем постам, 10.34, повторяю, нападение. Consolidated Shipping. Джефф, я здесь. Что ты видишь? Найти всех и всех убить. Похоже, демоны входят на территорию Фиска. Точно справишься? Справлюсь. Блин, ну это фигня. Так, давай наверх. Давай сюда. Тихо-тихо. Так, давайте-ка попробуем. Норм. Да, в принципе, пофиг, если нас запалят по барабану. Барабаньки. Бай-бай. Ну, где еще? Так, все. Нам с вами вот сюда. Вы взяли, что хотели. Так зачем нас убивать? Территория теперь наша. Ни за что. Ну ты крут, блин. Так, давайте сразу кого-нибудь... давайте бомбу. Попал, гад. Ну и... Эй, Вилли,
Классный комбез. Стройнит. Не лезь в мои дела. Стой, демоны! Кто у них главный? Спаси моих людей, и может, я скажу. Спасать одних плохих парней от других плохих парней. Вот этого я не ожидал. Ну что, давайте тогда начнем сверху. Ух ты, круто. Так, здесь бомба. Нормуль. Так, можно, в принципе, еще разочек. Да хотя, может быть, и не обязательно. Так, норм. Порядок? Порядок. Полетели далее. О, сейчас сверху как пахну. Бабах. Ну и этот тоже сейчас у нас полетит, да? Есть. Спускаемся с вами чуть ниже. Вот сюда. Лучше полетаю снаружи. Поищу людей Фиска. Давай, давай, давай. Хватай. Ух! Неожиданно. Так, по-моему, самое время использовать боевую концентрацию. Да, ребят. Самое время. Запускай. Нормуль. А если вот так? Норм. Ну и все. Блин, хотели напугать, что ли? Так, что у нас там? Хорош. Полетаешь? До свидос. Ну да, в воздухе, ребят, получается прям совсем быстро. Плюс мы с вами получаем дополнительную концентрацию. Так, 43. Где у нас там 40? Давай попробуем, наверное, надо вот сюда. Надо быстро найти выживших. Не подходи! Я сказал, не подходи! Да я не буду подходить. Так. Ух ты, ё-моё. Так, я понял. Я привлёк их внимание. Беги, я их задержу. Я никуда не пойду. Блин. Удар бочкой, это прям, ребят, они заслужили. Давай-ка, вот так попробуем. Чпоньк, добиваем. Давай, давай, давай. Будьте здесь, ждите полицию. Ну и, наконец, последний человек. Я вижу, там уже они с этими... со щитами. Выключи. Но все равно норм. Так, что у нас есть? Ударная паутина. Отлично. Фиск, твои люди в безопасности. Говори, кто управляет демонами? Может, он там, а может и нет. Проверь крышу. Как же я скучаю по загадочным разговорам Фиска. Давайте будем подниматься теперь наверх этой стройки. Там вертуха у нас. Нет, прошу.
снова привет. Чтоб тебя! Давай, Питер. Мы в тебя верим. Давай, давай.